году выполняется первый этап. В целом парк 21 гектар. Граждане определили, что вот эта территория, она для Саратова нужна. За нее очень активно голосовали. Напомню, в прошлом году нам удалось с вами ее сохранить, с учетом перевода в особо охраняемую природную зону. Основная задача вот, летний сезон работы завершить, тем более, что они связаны с водой, с береговой зоной. Ограждение, потому что его можно, конечно, восстанавливать чуть позже, но вот само гидротехническое сооружение, его благоустройство, переливные трубы, очистка пруда, укрепление береговой зоны пруда. И это все нужно сделать вот в летние температуры, в летний сезон. Поэтому да, здесь вот, у нас особо охраняемая зона. Все мероприятия, которые здесь проводятся, они должны быть четко синхронизированы с Министерством природы. Потому что наша задача не только благоустроить место отдыха, но и сохранить этот климат, сохранить эту зону, которая здесь у нас закреплена. Прошу максимально сюда привлекать общественный совет. Они должны здесь всегда присутствовать и смотреть за ходом производства работы.